А наш эфир продолжает рубрика «Ищу семью». Сегодня мы хотим познакомить вас с братом и сестрой. Леня и Галя проживают в Чукотском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних и очень надеются обрести заботливых и любящих родителей. Наш корреспондент Кристина Мовчан познакомилась с детьми. Галя и Леня – любящие друг друга брат и сестра, но сейчас они живут в социально-реабилитационном центре для подростков. Ребята очень дружные, проводят большую часть времени вдвоем, вместе играют, читают и делают поделки. Галя очень у нас добрая, дружелюбная, в конфликты она не влезает, пытается всегда других воспитанниц помирить. В настоящее время он занимается лыжным бегом, любит играть в вышибалы. Галя и Леня очень заботятся друг о друге, привязаны друг к другу. Галя всегда поможет Лене, шапочку подправить на прогулке, шарфик. Леня отвечает Гале с любовью. Гале 11 лет, она учится в 5 классе. Самый любимый предмет в школе – русский язык. А еще любит рукодельничать. Она шьет и вяжет игрушки. Девочка очень скромная, добродушная. Всегда поможет воспитателю прибрать в группе, вымыть посуду, сложить одежду в шкаф. Леня учится в 1 классе, ему 8 лет. Мальчик спортивный, очень активный. Любит математику и читать энциклопедии про природу и животных. А любимая игрушка есть? Конструктор. И что ты собираешь из конструктора? Танки, машины и вертолеты. Я читаю стихи. А рисуешь? Рисую природу и дома. Эти дети очень нуждаются в родительской любви и заботе. Если вы хотите и готовы стать приемными родителями для 11-летней Гали и 8-летнего Лени, которых ни в коем случае нельзя разлучать, всю необходимую информацию готовы предоставить в Чукотском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних по номеру телефона 8 427 222 15 19, а также в территориальных органах опеки и попечительства. Кристина Мовчан, Александр Кузьминов, Вести, Чукотка.